граждане России. 24 декабря в 14:00 состоится два митинга. Один на проспекте Сахарова, другой на Воробьевых горах. Заявку на второй митинг подал я, Сергей Кургинян, руководитель движения «Суть времени». Я сделал это первый раз в своей жизни. Я не люблю митинги, не являюсь политическим соискателем каких бы то ни было постов и наград. Я делаю это потому, что меня достало. Вот так уже достало то, что происходит. Меня достало эта гнусная ложь о том, что митинг на проспекте Сахарова является антикремлевским. Я 20 лет занимаюсь закрытой политической аналитикой. И я понимаю, что телеканал «Дождь», который собирал людей сначала на болото, а теперь собирает на Сахарова, это классическая затея либерального крыла Кремля. Стопроцентная собственность кремлевских либералов, которые повторяют у нас у всех на глазах фокусы Горбачева и Яковлева. Помните, как Горбачев и Яковлев изнутри разрушали КПСС, а потом хвастались, что они делали именно так? Вот сейчас кремлевские либералы осуществляют такую же пакость, и меня тошнит от этого. Как человека, как гражданина. Меня тошнит от того, что такие люди, как Касьянов, Мишка 2%, сейчас в народе поют, дайте Мишке 3%, он так долго на диете находился, бедненький, Мише надо денежек. Что такие люди, как этот Касьянов, Борис Немцов, стопроцентный пудель ельцинского режима, первый вице-премьер в его правительстве, такие люди, как Ксения Собчак, Михаил Горбачев, вы вдумайтесь, Михаил Горбачев, все они как будто ожили и хотят энергию справедливого народного протеста вновь направить в перестроечное русло. При этом Немцов просто говорит о том, что он осуществляет перестройку 2. Граждане России, если вы хотите участвовать в перестройке 2, которая кончится разрушением Российской Федерации так же, как перестройка 1, осуществляемая под руководством Горбачева, кончилась распадом СССР. Если вы хотите, чтобы вашу энергию благородного протеста, ваши голоса, которые отданы патриотическим силам, использовали Немцов, Касьянов, Ксения Собчак, Михаил Горбачев и другие, идите на Сахарова. Но если вы этого не хотите, не говорите потом, что вам пойти было некуда. Мы собираем людей на альтернативный митинг. Мы говорим «да» политической борьбе, «нет» перестройки 2. Вместе со мной на этом митинге будут выступать депутаты Верховного Совета РСФСР, расстрелянного в 1993 году, Андрей Головин, Сергей Полосков, известный военный и политик Леонид Ивашов, кандидат в президенты Виктор Черепков, блогеры Лекс Кравецкий, Роман Носиков, Дмитрий Лысков, политолог Дмитрий Якушев, православный патриот Владимир Семенко, представители движения «За Каддафи», предупреждающие всех о том, что если сейчас не остановить перестройку 2, то Россия превратится в большую Ливию. Жена моего друга, выдающегося коммуниста Олега Шенина, Тамара Шенина, и другие. Список выступающих множится с каждым часом. Приезжают представители из всех регионов России. Они говорят, что они не позволят московской тусовке выступать от лица всей России. Что если шабаш будет продолжаться, что если, так сказать, начнется и дальше усилится перехват справедливой народной энергии, ее направление в перестроечное русло, то они соберут людей со всей России. И вся Россия будет на Воробьевых горах. Вся. А не только московская соответствующая группа. Граждане России, опомнитесь.
Опомнитесь. Посмотрите вокруг. Присмотритесь к происходящему. Ознакомьтесь с тем, кто такой Майкл Макфол, приезжающий в Москву делать оранжевую революцию. Ознакомьтесь с наглыми официальными решениями Соединенных Штатов о том, что они будут финансировать митинги на Болотной, Сахарова и другие митинги сходного типа. Вы понимаете, куда мы идем? Вы понимаете, чем это все кончилось? Для Югославии, Сербии, Украины, Египта, других стран. Вы понимаете, что просто говорится о том, что в России будет повторено то же самое. Нельзя допустить этой адской двусмысленности, этой скверны. Нужно этому противопоставить независимое гражданское движение, никакого отношения к власти не имеющее и выдвигающее власти гораздо более серьезные претензии, чем сахаровское движение, чем движение болотное. В 100, в 1000 раз более серьезные претензии, но другие. Граждане России, вы справедливо хотите, чтобы были исправлены результаты выборов, чтобы на следующих выборах не было фальсификаций. Но неужели вы не понимаете, что если принять 5-6 реальных мер, то фальсификаций не будет, что если не выпускать пар-свисток, а действительно заняться реальной работой, создавать реальные гражданские комитеты, то в 21 веке можно без труда избежать фальсификаций. К нашим услугам современной техники и технологии, к нашим услугам возможности гражданского общества, к нашим услугам возможность давить на власть и Думу с тем, чтобы принималось соответствующее законодательство. Неужели мы хотим болтаться под площадям, под неизвестно чьим руководством, а не выступать с нормальными, серьезными гражданскими требованиями? Неужели мы увлечемся карнавалом в тот момент, когда у нас есть политический шанс, и мы можем заняться настоящей политической борьбой за свои интересы, а не за интересы какого-то дяди? Если бы не было двусмысленности в том, что делают коммунисты, не было бы необходимости в альтернативном митинге. Но Зюганов совершенно справедливо называет Немцова, Касьянова и других оранжевой проказой. И я тут с ним полностью солидарен. И тут же возникают голоса о том, что коммунисты придут в политический лепрозорий, будут обниматься с политическими прокаженными. Этой двусмысленности нельзя допустить. Нельзя дать иноземной нечисти возможность рассуждать о том, что на проспекте Сахарова, на болоте собирается весь народ, что там представлены все политические силы, что, соответственно, там выражены все чаяния нашего народа, что Ксения Собчак будет выступать от лица чаяний нашего народа. Вы знаете, что бывает, когда иноземцы начинают говорить о чаяниях народа Египта, Ливии, Югославии и других? Они потом бомбят. И не питайте иллюзий по поводу того, что нас спасет от этого ядерное оружие. СССР ядерное оружие не спасло. Нас может спасти только ваша гражданская воля, ваше гражданское мужество. Наступил час борьбы за свои гражданские права. Час борьбы за подлинную демократию в России. Час борьбы за то, чтобы никакая нечисть, ни здешняя, ни иноземная, не перехватила протестную энергию, не посмела выступать от лица настоящих народных чаяний. Граждане России, ждем вас на нашем митинге. Если вы сейчас уклонитесь от политической борьбы и станете танцевать под дудочку соответствующих красоловов, вы потом себе это не простите. И дети вам этого не простят. Спасите свое будущее и будущее детей.